провязала перед и спинку, и смотрите, какое чудо у меня получилось. Я уже с горловинкой, я их соединила, горловинка уже готова. Посмотрите, какой переход цветов от края до края, от темного через совсем светлый до темного. Насколько нежно, насколько интересно, причем мы не пользовались никакой секционкой, мы делали ее дома сами. Из трех цветов, вот неважно, какие у вас есть пряжи, главное, подберите цвета, которые между собой сочетаются. И желательно, чтобы один из них был темный, чтобы получить вот такой же совершенно чудесный эффект, когда у нас от светлого к темному. И для кого это может быть очень интересно, если вам нужно скрыть бока. Смотрите, по поводу бочков. Бока как будто в тени оказываются, то есть мы видим яркий светлый перед, а бока вот как будто бы уходят в тень. Понятно, что я не сильно активно могу продемонстрировать уходящие в сторону бока, но эффект, я думаю, что вы тоже видите. Очень интересный прием, прям стопроцентное попадание в коррекцию фигуры, ненавязчивую, нежную, аккуратную. Смотрим, что будет дальше. Не пропустите, обязательно подпишитесь, потому что очень хочу показать вам готовое изделие. Что же получится? И в следующий раз будем с вами вместе подшивать планочку. Вот горловину я уже сделала, покажу вам, как оформляем линию низа. Вот по этому же принципу, чтобы планочка получилась легкая, аккуратная, ненавязчивая и не толстая. Потому что никакие планки и резинки в этом изделии не предусмотрены. Оно самодостаточно именно своей необычной сменой цвета.